Бельгийцы что-то там затягивается. Вот пошла подача, опасный момент, и мяч влетает в наши ворота. Вот так вот первый же стандарт и сразу же гол. Не очень хорошее начало для Ростова, это мягко говоря, пропустить уже на третьей минуте. Тем более, что Ростов, конечно, команда, которая, ну, считает сама себя организованной и умеющей действовать на стандарт. Посмотрите, как все было разыграно. Очень необычный розыгрыш. По большому счету пас низом, пропущенный мяч. И дальше удар наносит игрок как бы из второго темпа. Вот он, Анни. Он открывает счет. Футболист 25.